Победителем областного этапа конкурса «Воспитатель года 2022» стала работник детского сада номер 258 Олеся Исаева. Она стала первой среди 17 профессиональных конкурсантов. Одно из испытаний конкурса, которое Олеся прошла достойно – педагогическая находка. Педагог использовала методику развития моторики ребенка для улучшения умственных способностей. В занятии был один из элементов – это кинезиологическое упражнение – это рисование двумя руками, когда дети одновременно рисуют двумя руками. Сначала, конечно, детям сложновато, но если заниматься постоянно, то у детей уже хорошо получается. То есть, работая одновременно двумя руками, мы развиваем гармонично оба полушария нашего головного мозга. Олеся Исаева заметила, что дети стали усидчивыми, улучшилось внимание, память и речь. Она и дальше планирует развивать эту методику и применять в работе. Со своим проектом победительница отправится уже на всероссийский этап конкурса «Воспитатель года 2022», который пройдет в сентябре в Ярославле.